Всем привет! Хочу сегодня поделиться своим новым открытием, новой краской. Я каждый месяц крашу волосы, потому что седина, никуда не денешься, нужно седину скрывать. Хочется какой-то найти более-менее натуральный краситель, потому что каждый месяц вот я нанося краску, достаточно агрессивную против седины, волосы, конечно, испортила. И волосы стали сильно выпадать, я тут и лечение, если кому интересно, пишите, я расскажу, как я остановила выпадение волос. В общем, я открыла вот такую вот краску, индийская хна. Я раньше красилась хной, но она седину не закрашивает, и поэтому, естественно, я от нее как-то возвращаюсь, потом отхожу. Вот это индийская хна, и здесь есть в составе краситель. Ну, видимо, краситель действительно окрашивает седые волосы. Более-менее натуральное воздействие, конечно, она не совсем безвредная, но все-таки минимально вредное влияние, но при этом волосы хорошо выглядят. Натуральный браун, но она слишком черная, я получаюсь прям воронье крыло. Поэтому я взяла сейчас вот такой вот оттенок Light Brown и хочу покраситься вот только им. Состав Амла Шикакай, натуральный порошок хны, парафениламидин, параамифенол, барипероксид, бисульфат натрия, лизарцин, лимонная кислота, карбонат магния. Вот такая вот краска без аммиака. Крашусь, завариваю хороший черный чай. Прям такой густой. Мне нужна емкость и кисточка. И растворяю до жидкой консистенции хну. Порошочек. Я сейчас использую два пакетика, потому что я крашу корни, а остальное я так вот разношу только по волосам. И вот начинаю заливать черным чаем, таким густым. Размешала, довела вот до такой консистенции жидкой сметаны. И сейчас буду наносить на корни. И держать ее нужно всего в течение 30 минут. Здесь есть инструкция. Вот такой вот выбор оттенков. Вот я говорю, что Natural Black я вообще не брала, потому что Natural Brown очень темный, почти черный. И я взяла вот Light Brown. Сейчас попробую покраситься только ей одной и посмотрю, какой будет эффект.